Здравствуйте, друзья! Тема конкурса называется «Хорошо». Я хочу вам рассказать, что бывает, когда делаешь что-то хорошо. Перед вами незабываемый пример того, как это делают у нас. Перед вами автомобиль. На крыше лежит ванная, которая ничем не закреплена. Если присмотреться, то вы увидите, как водитель держит мускулистыми руками ванную. И хорошо, что держит, а мог бы и не держать. Но сегодня история не о ванной, а история о другом. Как вы знаете, если сделать хорошо несколько раз, то это будет очень здорово. Речь будет о том, как смотреть на все позитивно и смотреть так, чтобы это было здорово. Итак, мы начинаем. Зовут нас Мирославой. Здесь нам всего 3 дня, и это хорошо. Это было чудесное лето 2012 года. Шло время, и мы росли. Это все уже 3 года, да? Скоро будет 4. 4 будет. Скоро тебе будет 4, Мирося. Бывает, приготовишь еду, разогреешь ее, поставишь на стол и скажешь: «Кушай!» А через 3 минуты возвращаешься, еда не съедена, и на кухне нет вашего ребенка, а вместо него роботы или пришельцы в комнате. Прыгают по комнате, щупальцами размахивают, но еду не хотят есть. Сейчас мы повзрослели и поумнели, научились хитрить и манипулировать родителями. И вы начинаете с ними бороться. Смотри на тебя буду, как ты кушаешь. Теперь картошку бери. Бери, пожалуйста, картошку. Бери еще картошку. Бери, пожалуйста, еще картошку. Мирослава, бери еще картошку, пожалуйста. Да кушай, пожалуйста. Давай, давай, кушай. Кушай, кушай. Кушай. Мирослава, кушай, давай, доедай. Доедай еду. Уже 8 минут на тебя смотрю, как ты кушаешь. А до этого еще 15 ела. А еще мы изучаем мир и удивляемся, почему он не такой, каким мы его видим. Что ты делаешь, Мирося? Киндер? Молодец, кушаешь? Так, все. А там что там? Там ничего. Изо всех сил делаем что-то новое. Сильнее дуй. Еще сильнее. Давай еще. Молодец, улетели, улетели. Еще. 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 Сильнее. Изучаем наш мир. Оп, оп, оп. Смотри, осторожно, дорога спереди. Нужно дорогу переходить за ручку. За ручку меня возьми, переходим. А вот так весело и здорово мы учим стихотворение. Огоньки сверкают, красный, голубой. Хорошо нам, елка, весело с тобой. Повторяй стишок. Ты спишь? Лучший способ прикинуться мертвым. Огоньки летают. Красный. Кондарь не отпустись. Кондарь не отпустись. Кондарь. Повторяй стишок. Огоньки. Огоньки летают. Красный. Голубой. Кондарь не отпустись. Повторяй стишок. Не надо ходить. Повторяй стишок. Кляпи свекают. Огоньки. А как только мы хорошо выучили стихотворение, начинаем веселиться. И у нас танцы.
А еще мы любим бегать босиком по траве, и это здорово! Делаем то, что хотим, и когда хотим, и это здорово. Мама в магазине. Пойдем ее искать. Жарко тебе? Жарко. Сейчас подожди, идем к маме, мама тебе поможет. Мама сейчас тебе поможет снять, не снимай сама. Так, идем. Где мама? Ищи маму. Это песенка для вас. Умпа. 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 Га.